Мужчина после смерти пытается найти связь с дочерью. В тот момент у меня было жуткое подозрение. Возможно, это родной отец Валентины тянет всю семью на тот свет, раз он не смог быть с ними при жизни. Он стоит, я же сказал, там два мужчины. Один мужчина второго не пускает по какой-то причине. А второй кто-то? У них война за ребенка. За вас война. У них война за вас. Вера, я обращаюсь сейчас к вам. Попросите мужчину, чтобы пропустил второго. Он никого, кроме вас, сейчас не послушает. То есть Саша вообще он не хотел отдавать никому ее. Он так берег ее, он так трясся над ней, отчим ее. Он так любил ее. Подойдите к калитке и попросите, чтобы пропустил. Просите. Саша, прости, ради Бога, меня и моих детей, и пропусти, пожалуйста. Вы его чувствуете здесь? Мне тяжко дыхать. Тихо. Дышим, глубоко, глубокий вдох, выдох, еще раз. Тихо, воды, бегом, вот той святой воды, которая в доме стоит, бегом сюда! Тихо. Лей, на руку лей. Еще. Ну что, макияж поправят потом. Відпустила просто. Отпустила. Хотілося дуже глибоко дихати. І ногу як віднімало. Просто чула, що вже як падаю. Страшно дуже стало. Потім, коли Яна обняла, мені стало легше. На самом деле Сулейман не желал зла. Он просто просил, чтобы они его хоть иногда вспоминали и молились о прощении его грехов. Тот, кто хочет вашей смерти, оставил здесь вещь, и не одну. Что у вас в земле лежит? В земле. Я крестик нашла в земле, в огороде. Яйца, рыбьи головы, хлеб находил закопанный. Мелочь. Все понятно. Порча насмерть? Порча насмерть. А кто сделал? Андрей, твоя парафия. Берите его в руки. Сверху вторую. И задайте мыслимый вопрос, кто хочет вашей смерти. Это женщина. Источник от женщины. А как она выглядит? Что за женщина? Можно у вас спросить, кто она? Вы считаете, что она еще диада? Вы считаете, что она вас ненавидит? Я чувствую, что-то не так. Яна, чувствую, что что-то еще есть. Причем это то, о чем мы не знаем. Мне надо посмотреть во дворе. Нет, это не внутри дома, Андрей. Да. Сарай. Сейчас. Ребята, это тут. На горище? Может, на горище что закинул? Дробина моя есть. Это тут. А может, за заборе что поставили? Может, иголка, может, десь в цьому? Вот так. Он до. Пера. Я нашла. Не трогай руками. Стой, не трогай. Давайте салфетку, либо... Платок. Есть платок какой? Боже, я ж говорю, що в нас... Отойдите всі. Боже, до чого тут приходить? Не боїться гріха. Дайте спички. То виходить, усе, що відбувається у родині, через ось цей підклад? Але хто його заніс на подвір'я і чому? Женщина. Як вона виглядить? Вона старша. Вона старша вас. Старше намного. И она тоже недалеко? Она дальше, она по-любому дальше отсюда. И мужик между вами тоже старше. Ну, не знаю кто. Так, ну, так о чем мы тут стоим до сих пор? Так это же другой сосед. Вы понимаете? Соседнем селе полег. Яна, надо ехать. Поехали, бегом. Собираемся. Мы можно малого лишим? Да, оставляем. Андрюха, мне надо будет, знаешь, сделать, я, конечно, дико извиняюсь, чтобы ты мне ногу посмотрел. Болит? Ну, такое впечатление, как печет. Ну, давай, покажи.
Смотри. Так лапнуло нормально. Ничего себе. Кто все за ногу взял? Пальцы сами, это пальцы нормально? Видно. Да, это от руки. От руки, смотрите. Раз, два, три, четыре пальца, понял? Ну так вот, как схватило. Я на эту ногу перецепилась. Я упала. Руку само видно. Я в шоке. Мне аж плохо, Андрюха. Так? Что у вас такое творится там? Усі у шоці. Що це за чортівня така? Хтось чи щось напало на ясновидицю і залишило слід на її нозі. Може, так боюсь туди йти? Не, вони стоять, всі ждуть. Чутки в окрузі поширюються швидко. Тож біля будинку, куди веде нас Валентина, вже зібралося з півсотні людей. А ось і жінка, яку Валя підозрює у всіх своїх бідах. Здравствуйте. К вам ми приїхали. Сейчас посмотрим, к вам, не к вам. Как зовут вас? Надежда. Надежда? Да. Надежда. Знаете ее? А ты не знаешь, что это такое? Знаю. Проклинаете ее? Да. Проклинать, проклинаю и буду проклинать. Жах. Неуже те, что відбувається у будинку Валентини, через прокльони цієї жінки? То, что вы людей в могилу загоняете. Из-за мужчины, из-за вашего. Ты залез на мою семью. Что ты на меня дивишься? Ты что, причепилась до него? Я причепилась, хай он выйдет и скажет, кто до кого причепился. Просто человек так поступил нехорошо. Я училась, а Валю пляпишки ходила. И так получается, что у него внучки учились в нашей школе. Он возле войны. Так познакомилась, я никаких... Просто пару раз подвез. Як його ініціатива була, щоб ми общалися. Я не знаю, чи з ним общалася. Почала спілкування. Так воно потрошки-трошки, так воно переросло у 5 років. Ти не чоловік, ти розумієш чи ні? На себе подивись. Не ліз в мою сім'ю, дай мені спокійствие. Ніхто не лізе. Ніхто не лізе. Да. Не бойтесь. Мой хазяїн одобряє вашу роботу. Він на вашій стороні. Проклинать, проклинаю і буду проклинать. Подождите, секунду, стоп. Что, она первая любовница? Секунду. И вопрос я задала. Первая? Я не знаю. Нет. Нет, вы или не знаете, или вы не хотите знать, или вы не хотите говорить. Это мое личное дело, да? Совершенно верно. Та він геджі старий. За що там говорити? Що, за ким там бігати? Та й що я сказав? Я на нього подивилась, його кінь собакам не схотять їсти. Подивися на нього, на кого там накидатися. Ну нічого, людина як людина. Та й що, для такої дитини, як Валя, він. А де ваш мужчина? Я сейчас вызову. Давайте его сюда. Сейчас, хорошо. Здравствуйте, Петр. Добрый день. Я знаю, да. Знаете свою вину? Знаю свою вину, да. Валя у вас не первая... За всю жизнь, конечно, да. Сколько ей тогда было лет? У меня карта падает. Ребенка. Я когда с ней познакомился, ей было 23-24 год. Сколько лет вам? 59. Ну, надо позавидовать. Нормально себя человек чувствует. Да, надо позавидовать здоровью. Петро з'явився у житті Валентини у важкий для неї час. Жінка саме переживала розлучення зі своїм чоловіком, батьком Віталика, який був першим і єдиним її коханням. Ідемте туди, мені Валя нужна. Пошли, що ми стали здесь? Ідемте. Це він? Да. Він вийшов в очках, дядь. Оце в очках? Да. Він же старий. Голодовку б не дала. Хто на нього шикнув? Наверно, чіплялася? Ні, а що я тебе взяв за те саме за одно місце і поволочив? Ні, опіта, що ти мене питаєш? А що ти мені тикаєш? Бо що ти мені тикаєш? Я тобі зараз морду розоб'юся. Успокойся немножко, розговаривай нормально. А він мені сказав, що він зі мною і за те, що ти зміняла йому. Да. Нормально. Да. Так що не ти свята. Мама просила відстати від нього? Мама плакала? Я просила тебя и материлась, и обзывала тебя. А я вам что говорил? Все, повернулся и ушел, когда мне уже вот надоело, и все. Да, а потом опять, правда? Ну, молодец, мужик кашу заварил. Найди маску и сорви. В тот момент хозяин снова подал мне знак. Я услышал голос женщины, к которой заходил с утра. Найди женщину в маске и сорви ее. Это то, о чем ты утром говорил? Хозяин мне тогда передал послание через ту одержимую. Всю семью извели демоны. Седьмой дом.
он бело-голубой. С нашего села жінка, у неї чоловік був повішався. Жителі села зрозуміли, хто та жінка, про яку говорить чорнокнижник. Свекруха її, вона зарубала свого чоловіка. Сусідка моя кума розказувала мені, каже, йшла з ферми. А вона, каже, стоїть коло фіртки. Каже, Люба, іди ось побачиш, я свого колю зарубала тупором. Мені тоді передали, то, що жінка в білій масці знає більше, ніж говорить. Найди маску и сорви белой маски. Это вы! Ну а что я знаю? Что? Это связано с ее домом, это связано с ее семьей. Это как бы тайна, но это для нас с тобой тайна. Ну, она знает, о чем речь, для нее это не тайна. Помнишь, что ты говорила? Женщина в красном платье, но это не платье, это как кровь, она полностью в крови. Помнишь? Кого вы убили? Я не убила, но... Кого вы убили? Яна, посмотри. Маленького, мертвого. Про что говорит экстрасенс? Неуже Валентина убивця? Та ще и дитини. И те, что відбувається із нею та родиною, розплата за її ж страшний гріх.